Что может быть важнее детской улыбки? Детские объятия? Детское спасибо? Детское «я вас никогда не забуду»? Детское «я обязательно вернусь»? Да все! Все, что они делают, для меня самое важное. И именно ради этого я возвращаюсь в свой лагерь. Я вожатый. Детский лагерь – это особый город. Это особый мир. Мир, в котором ты забываешь о городской суете, блеклой обыденности и окружающих тебя со всех сторон проблемах. В мире детства все по-другому. Все. Никто не говорит, что здесь легко. Здесь свои заботы, здесь свои проблемы. Просто здесь все по-другому. И всегда раздражают знакомые, они есть у каждого вожатого, которые говорят: «Хорошо там тебе, ты отдыхаешь». Почему они так думают? Почему они думают, что мы, вожатые, ничего не делаем? Ну, конечно, с годами ты к этому привыкаешь и уже не так обращаешь на это внимание. Но с чего они взяли? Откуда они знают, что такое подъем? Что такое все в столовую? Тут еще и накрыть нужно. В игры поиграть, иначе же будет скучно. Номер приготовить на программу, да каждый раз причем новый. Потом планерка, где, кстати, тебя по головке не погладят. А тут еще и ночная репетиция. И помимо всего этого, миллиард дел и забот. Их просто невозможно перечислить. Кстати, наверное, из-за этого мы все возвращаемся в лагерь. Потому что нет свободного времени. Скучать некогда. Мы же как дети, только большие. А вот, например, общение с детьми. С опытом ты начинаешь не работать со своим отрядом, а жить вместе с ним. Проживать со своими ребятами и радость, и печаль. Взлеты и падения, победы и поражения. Помогать им в любую секунду, потому что знаешь, что они тебе тоже помогут. А напарник? Да это же самый родной для тебя человек. И какой бы он ни был, все равно ближе человека на этой смене у тебя нет. Вы все-таки живете в одной вожатской. Так почему же мы возвращаемся в лагерь? Ответ прост. Эмоции и воспоминания. Вот задумайтесь о своих воспоминаниях. Ты никогда не вспоминаешь о лагере плохого. Не вспоминаешь проблемы. Не вспоминаешь, как тебе было тяжело. Ты просто не хочешь этого вспоминать. В твоей голове только костры, гитара, дискотеки, игры, программы, столовая, походы, отрядки, огоньки, спортплощадки, зарядки, вечерние посиделки, репетиции, выступления, напарники, другие вожатые, любовь. И, конечно же, твои дети. Мы вспоминаем это, потому что мы сами, как они, как дети. Про вожатого много сказано и написано. Вожатый – профессия птица. Вожатый – это не профессия, а призвание. И ведь с этим не поспоришь. Это действительно так. Вожатый – это большой ребенок. Нет, мы уже не дети. Мы взрослые. Взрослые, которые хотят быть детьми. Которым детство показалось просто-напросто мало. Поэтому, вожатый, не работай вожатым, а будь вожатым. Живи детством.